Здравствуйте, мои дорогие! Мы с вами находимся в Финляндии. Сегодня я покажу вам интересный маяк, который называется Содершер. Он находится в 15 морских милях от Хельсинки. Попасть на маяк Содершер несложно. Главное не проспать раннюю экскурсию, которая начинается в 9 утра на набережной Аурин-Куранта, дом 7. Будьте внимательны, этого дома лично я не нашел на карте. Кстати, рекомендую отель, который расположен здесь неподалеку. Называется он София. С легкостью его найдете на одноименном сайте. Там номер стоит 70 евро на двоих с завтраком. Что касается самой экскурсии, она займет около 4 часов. Час примерно идти до самого маяка. Час, естественно, обратно. Ну и порядка полутора часов у вас будет свободного времени на архипелаге. Цена такого удовольствия 53 евро на взрослого. Купить билет можно по интернету прямо на сайте маяка. Ссылку я оставлю в описании под видео. Страничка истории для тех, кто интересуется. Маяк Содершер построили в 1862 году, еще когда Финляндия была княжеством великим и входила в состав Российской империи. Кстати, маяк хотели построить из гранита, но на втором этаже все закончилось. И построили дальше его из бетона и кирпича. Итак, мы на маяке Содершер. Вот это судно, которое находится за мной, доставило нас сюда со скоростью 15 километров в час. Шли мы примерно часик, а сейчас пришвартовались на острове Лутусаари. Кстати, еще с маяком связана интересная любовная история. В 1879 году на Содершер пришел молодой рыбак Йохан, и он был покорен красотой девочки Ханны. Ей было на тот момент 10 лет. Это дочка смотрителя маяка. По вполне понятным причинам Йохан со свадьбой повременить решил и ушел с маяка. Но предупредил смотрителя, что вернется. Так и получилось. Спустя 13 лет Йохан снова появился на острове. И это мы с вами зашли внутрь. Пойдемте. Деревянная лестница, кирпичный маяк из кирпича, оштукатурен. На одном из ярусов, смотрите, кровать, письменный стол и принадлежности маячника. Кстати, вот в этих комнатках можно даже переночевать. Есть и такая услуга на маяке. Вот мы на смотровой площадке маяка Содершер. Вид открывается потрясающий. Лампа на маяке 19 века и раньше работала на керосиновом масле. А потом уже, гораздо позже, Густав Далин, Нобелевский лауреат по физике, придумал ацетиленовую горелку и солнечный клапан, который автоматически зажигал и тушил этот огонь. Пойдемте теперь линзу посмотрим. Сейчас у нас
прислушайтесь, здесь такой звук. Это ветер. Маяк уже в наши дни не действует, конечно. А жаль. Еще с этим маяком связана интересная история в отношении мумитролей и Туве Янсен. Суть такая. В 1835 году по указу Николая I на каком-то из соседних островов был построен Глосхольмский маяк. Через 100 лет его увидела Туве Янсен. Это писательница, которая написала мумитролей. Ее родители вывозили туда на летние каникулы, где маяк послужил прототипом дома мумитролей. Сам Глосхольмский маяк взорвали в 1940 году по каким-то военным историям, а вся слава досталась именно Сёдершеру. И, например, японские туристы, которых возят сюда пачками, уверены до сих пор, что именно этот маяк и есть маяк мумитролей. Помните, как в книжке «Мумипапа и море»? «Ты думаешь, что маяк можно погасить?» – возразил мумипапа. «Если есть на свете что-то надежное, так это свет маяка. В мире есть абсолютные вещи – морские течения и времена года. И то, что по утрам восходит солнце, и то, что маяки светят». Еще на этом архипелаге расположена орнитологическая база. Якобы остров считается местом гнездования куликов, нырков, орлов, гагар. И здесь появляются люди, которые наблюдают за ними в подзорные трубы и бинокли. Людей с биноклями и крутыми подзорными трубами мы видели. А вот гагар, нырков, куликов, чаек и прочих, честно говоря, нет. Мы пришли обратно, сказали большое спасибо экипажу. Мы в Хельсинки. Нам очень понравилось. Рекомендую.